В лесных пожарах заживо сгорели люди прямо в собственном автомобиле на проселочной дороге. Спастись удалось лишь одной женщине. Ее муж и дети погибли в огне. На этих кадрах все, что осталось от иномарки – обугленный каркас. Семья из поселка Жабаглы спасалась от огня, но машина увязла в песке, ее накрыло огненной волной. Глава семьи и двое сыновей сгорели на месте. Мать получила 90% ожогов поверхности тела. Огонь не пощадил и спецтехнику. В лесном пожаре пострадал и автомобиль огнеборца. Местные жители рассказывают, как убегали от огня. Мы бежали от огня, кто на чем, кто на тракторе, кто на телеге. Сначала к озеру побежали, потом в село Жандос, а затем всех эвакуировали в Бегень. Нас разместили в местной школе. У многих на руках были грудные дети. Из села эвакуированы около 200 жителей. Сегодня огонь удалось локализовать. Люди возвращаются домой, но, как они сами считают, ненадолго. Местное население опасается новых пожаров.